Как быстро придать лицу свежий вид? Немного контраста, контрастная температура улучшает циркуляцию крови и придает лицу отдохнувший вид. Умойтесь мягким полотенцем, смоченным в теплой воде. После этого примите горячую ванну или воспользуйтесь специальной паровой сауной для лица. Все это способствует еще более глубокому очищению. Друзья, что полезно пить для кожи? Продукты, полезные для здоровья кожи. Первое – это зеленый чай, но тоже нужно знать меру. Второе – это красная фасоль, которая очень благотворно влияет на кожу. Ну и третье – соевое молоко. Попробуйте эти продукты, и ваша кожа будет нежной и красивой. Как улучшить состояние кожи рук в домашних условиях? Ежедневный уход за руками в домашних условиях. Первое. После контакта с водой насухо вытирайте руки и наносите увлажняющий крем. Второе. Мойте руки только теплой водой, но не горячей или холодной водой. Особенно если беспокоит сухость, шелушение, трещинки. Третье. Для мытья рук выбирайте мягкие очищающие средства с кислотно-щелочным балансом не выше pH 5. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.